Всем привет! И это снова я, Осмий, и вы смотрите очередное видео по скайблоку на сервере LastCraft. Давайте-ка же начнем наше видео. Нажимаю все необходимые кнопочки. И вуаля, у нас уже вырос наш тростничочек. Мы развиваем наше хозяйство потихонечку. Хозяйство развивается. Охо, хоросы как вымахали наши. Давайте-ка же соберем их. Наши цветочки дорогие. Опс. И плоды готовы для продажи. Так, а где они? Ух, они не удалились. Ох, я уже боялся. Здесь удаление мусора прошло. И упали как раз мои плоды. Но они не удалились. Это хорошо. Так, здесь еще хорус не вырос. Но он еще вымахает. Так, здесь даже ничего не видно. Здесь осталось уже почти один обсидиан остался. Темнота на острове. Давайте-ка прибавим. День поставим. Меню. И поставим для нас утро. Во! Мы играем как раз утром. И... Ай-яй-яй-яй-яй, что я наделал? Что я наделал? Блин. И нам нужна обязательно алмазная кирка, потому что мы это все не уберем очень быстро ведрами. Поэтому нам нужна именно алмазная кирка. И у нас будет очень много обсидиана. Но у нас алмаза пока что нету. На шопе они стоят большие деньги, а на ахе их еще никто не продает, потому что у них еще нету алмазных генераторов. Давайте-ка же проверим. И правда, ни одного алмаза нету. Ни одного... А, вот, за 300, ребятки. За 300 можно купить алмазы. За 302 алмаза даже можно купить. Это даже выгоднее получается, чем на шопе. Ой, чем на ахе. На шопе точно. Я путаюсь что-то. Нам нужно как-то денежки накопить. Ну, можно продать, конечно, половину нашего угля. Даже больше половины угля можно продать. И давайте же все золото наше оставшееся продадим. И меньше половины железа. Пишем шоп-пресс. И продаем. Вот это классно, ребятки. Замечательно. Просто пишем. Ах, у нас 700. 700 у нас баланса. И походу мы сможем себе позволить алмазную кирку в этой серии. Да ладно, ребята, я не верю в это. Морковник. Покупаем у морковника. И у нас есть 4 алмаза, даже остались еще чуть-чуть денежки. Но мы их потратим на другое. Делаем нашу замечательную алмазную кирку. Наконец-то. Вот. И мы можем даже сделать алмазную лопату. Берем палочки. И у нас есть теперь алмазная лопата. Как пополнить баланс острова? Как пополнить баланс острова? Мы помогли, написали. Как пополнить баланс острова. И спасибо. Нам ответили. Ну что ж, давайте же копать наш обсидиан. Ребята, мы получили новую ачивку. Мы поломали 32 обсидиана. Yes! Уже 100 обсидиана мы накопали, даже чуть больше. Сундуки уже висят, надо, мне кажется, его переносить. Поломаем один сундучочек, вот так вот. И перенесем его на поверхность. Земля уже почти все захватила, все пространство. Это очень хорошо. Поставим наш сундучочек вот здесь вот, или где его поставить-то? А, давайте же поставим около озера. Около озера. Вот здесь вот. И перекладываем наши вещички, дорогие, в этот сундучок. И переносим этот тоже. Лед есть, вода. Но вода есть и здесь, так что лед может и не пригодиться нам. Верстак тоже возьмем. Еще куча обсидиана осталось. Это вообще... Здесь один только цветок, ребятки. Один цветок только вырос. Что-то неплодовитый какой-то у нас. Вот, идеально все. Коровника вот здесь у нас еще. Переносим.
цветков у нас только 7. Но мы их еще повыращиваем, и у нас будет их еще больше. Обсидиана, куча обсидиана. Вот это вообще классно. Очень много дерева у нас. И топорик железненький. Чем же нам заняться? Давайте же порыбачим. Хоть какую-то рыбу поймаем. О, здесь еще плоды были. Ребят, чуть не удалились наши плоды еще одни. Они упали прямо в воду. Удочка замечательная. Удочка наша. Закидываем первую нашу удочку. Закидываем и ждем, пока на нее кто-то клюнет. Это обычная рыба, и мы получили опыта. Так, еще закидываем. Что же на этот раз у нас будет интересненького такого? О, еще одна рыба, еще одна рыба. Пока что топового ничего не попалось, только одна обычная рыба. Но мне кажется, из-за того, что у нас удочка тоже обычная. На прочность. Боты, боты, ребята, давайте же починим их. А, да, я еще хотел посмотреть наших соседей. Полетели, ребят. И чей это остров? Это пока что мой остров. Нет, Патио. Это остров Патио 555. Коровушка у него не закрытая, и ее можно легко вот так вот оп-оп-оп и в бездну. Но я этого делать не буду. Опа-на, здесь у нас подарочек. Яблоко нет! Летим пока что, приват только наш виден. Ого, какой у него остров, ребята. Посмотрите, какой у него развитый остров. Генераторы, генераторы булыжника. Очень много булыжника у него. Автоматический даже сделал. Автоматический. Вот это да. Полетели. Полетели в эту сторону теперь. Это океан. Да ладно, ребята. Два океана рядом поселились. Так, пишем изго. И давайте же посмотрим на нашего последнего соседа. Олана. Что-то мне это напоминает. Олана. Мальчик достал документ, где было написано имя Алана. Так, это обычный островочек такой, даже без домика. Я думаю, на этом пора заканчивать наше видео. В этом видео мы сделали очень много. От перекопания до рыбалки и до знакомства с первыми соседями. Всем пока-пока!